Они же дряблые. Приветствуются всякие. А, подделки. Фигуры, да. Своеобразные скульптуры. Да, их дофига сейчас, по-моему, не нужны. Ну, Даша, почему? Очень даже нужно. И коробки тоже. Коробок можно сделать. Повезло. Ну, я хотела бы взять две вилки. Ну, потом мы оставим. Там попилишь их, в машине сидят. Почему в машине, в саду? Все так. Пилить надо будет на мелкие кусочки. Потому что в печку в эту не пойдет. Она хорошая, дела. Ну, у бабушки хорошая. Вот это вроде лучше. Лучше, чем у бабушки? Да. Больше. Не успел сегодня порисовать из готики ничего. Облом. Я хочу на наждачках рисовать. Надо подождать, когда мама куда-нибудь идет. Постелить там что-нибудь. Я знаю, да. Просто так. Немного. Я из банки еще воду холодную выпил. Там немножко было. По идее, надо бы спилить это дерево, под которым я стояла. Оно сухое, присухое все. Ну, спилим. Да, потому что оно ветром, понимаешь, оно может на кого-то просто упасть. Что ты делаешь? Ну, ничего. Испугнула кошку. Ну, новые запахи, новое что-то пришло, непонятно что. Угрожает это ей, не угрожает, она хочет определиться. Она хотела в мою комнату зайти. Она хочет поесть что-нибудь. Не хочет она поесть. Ее нафиг. А? Ну да. Она просто заманивает в кухню. Она просто хочет узнать меню в кухне. Обновилась. Она мясо не хочет. Я пить хочу. Немного грустно.
безысходно, знаешь. Просто пусто. Можешь еще воды? А, я просто сам налью. Воды холодной. Давай. Или... Это маленькая баночка. Больше надо. Ну, так нужно накрывать крышкой, которую я изобрел от кошки. Она, значит, ходит там. Да ну ее, она сама не знает. Пить хочет, может. Да там вода стоит, наверное. Яйца бы она, наверное, съела. Mm? Яйцо бы съела, наверное. Да, конечно. Да. Да. Ну, она что, теплая? Да, мне, пожалуйста, это ракс. Да. Будешь пить воду, нет? Да, дай, пожалуйста, это ракс. На холодную. Я с ним выпью. Зачем? Вчера же спал без этого ракса. Потому что я проспал вечер. Зачем ты спал вечером? Я просто устал. Так, я... ты убери-ка здесь всю... Ты захламляешь квартиру. Да я не захламляю. Убирай вещи все. Так, снимай штаны. Что это такое? Ну, что, Саша? Ты подключи к тому вон. Зачем у тебя так много подключения? Ты ходишь, запнешься, уснешь. Вот и убирай. В всякий случай лучше на ключи проверить. Ну как это не выдать? Они цепляются крепко. Они за одежду, они не цепляются. Они цепляются за другое. Ну вот, сложилось, да. Ну, Саша, никогда она там ничего нет. Вот рисунки здесь, просто ручки дорисовать. А вот, да, вот кусочек из бама. Четвертинка, это где-то 1,75 миллиграмма. Снижаю количество всего. Да, это раз. Ну, спокойно.
темноте. Когда поиграем, тогда уберусь. Мне не нравится, ты заправляешь, ты хочешь это пространство за собой. Убери все вот это вот, что убери. Я уберу, просто мне нужно сначала поиграть чуть-чуть. Там. Вот когда поиграешь, когда все уберешь, когда спать начнешь ложиться, тогда и будем разговор разговаривать. А сейчас нечего. А то ты уснешь и будешь потом ходить шарахаться. Я уберу это и все. И зацепишь ногами все. Все. Положи, я же не буду как мне команду играть. Я все равно не ложусь. Саша, мне не надо вот этого. Ты можешь без звука? Столько тихий звук. Его можно регулировать. Просто так.